Тему на этот раз предлагаю следующую. Отчет башкирского правительства по итогам 2021 года, прозвучавший в минувшую среду с трибуны Госсобрания Курултая Республики. А собеседником пригласил политтехнолог Андрей Патрицын, который, в отличие от нас, многих весьма внимательно наблюдает за подобными событиями. Добрый день и вам, Андрей. Добрый день. Вот весело мы сегодня начали. Нет, ну это нормально же, когда все что-то рождается, все это. Ну да, то есть это видно, что мы, естественно, работаем в прямом эфире, накладки неизбежны, потому что новый проект, ну да ладно. Вот начнем тогда к разговору, приступим к нашему. Вот если судить по подаче происшедшего в государственной СМИ, отчет вызвал у башкирского парламента весьма благожелательный прием. Но это, впрочем, не удивительно, и было весьма предсказуемо, и инакомыслие в последние годы у нас в республике не в почете. Это, к примеру, не кухонный пересуд среди простого люда. Вопрос к вам. Скажите, Андрей, вот с такой же благостью в душе вы прослушали обилие позитивных цифр, прозвучавших из уст основных докладчиков, или же по своей природной въедливости у вас есть свое особое мнение? Ну, безусловно, я не разделил тех восторгов, которые демонстрировали депутаты Госсобрания. Тут надо понимать, что даже Хабиров, когда он впоследствии упоминал о том, что произошел этот доклад в Госсобрании, он сказал, что мы его делаем, потому что так положено по Конституции. Действительно, по Конституции Республики Башкортостан и, например, по Конституции Российской Федерации, правительство и то, и другое раз в год выступает с отчетом и так далее, и так далее. Перед парламентом, ну, в нашем случае, перед республиканским парламентом, в федеральном случае, перед федеральным парламентом. То есть, в словах Хабирова, во-первых, звучала вынужденность этой меры. То есть, это не было, так, судя по его словам, каким-то искренним желанием ознакомить депутатов, а через них ознакомить и население республики вот с их результатами работы. Ну, а то, что вот эта пастораль и вот эта вот бесконечная брежневская, значит, успешность, которая была абсолютно, ну, очевидно, сквозила во всем этом докладе, это, конечно, ну, здравому человеку по душе быть не может, потому что мы все-таки видим вокруг, что происходит, как обстоят дела в реальности, и воспринимать это в таком вот мажорном тоне, ну, как бы, ну, по меньшей мере, глупо. А другое дело, что действительно сейчас складывается такая ситуация и конъюнктура, что правительство всех уровней, и федеральное, и региональное, и любое другое, вынуждено докладывать, генерировать эти успехи, есть они или их нет, потому что народ нужно держать в бодрости, нужно подтверждать постоянно свою эффективность. Чем, ну, как бы зачастую излишне злоупотребляет Хабиров, потому что он бесконечно говорит о успешности управленческой команды, о ее эффективности и так далее, и так далее. Тем самым, конечно, во многом опровергая реальность. Но такова вот данность, такова сейчас режиссура и такова сейчас конъюнктура вот в этой сфере. А то, что касается, ну, объективного состояния, объективного соотношения вот этого доклада и реальности, тут, конечно, можно очень долго анализировать. То есть, иными словами, формат вас не воодушевил, он напомнил прежние, скажем, такие застойные хорошие годы, когда нужно было слушать подобное выступление стоя. Да, дело в том, что формат абсолютно не актуален на данный момент, потому что, ну, во-первых, успехи, они видны и так, если они есть, да ведь? Если они вынуждены их обобщать, усилять голосом, либо какими-то еще вещами, тут закрадывается сомнение в их достоверности. А во-вторых, сейчас, конечно, на повестке дня не как прекрасно мы живем, а вопрос, что делать. И что в холодильнике? Для абсолютного большинства здравомыслящих людей сейчас на повестке дня и актуальным является вопрос неопределенности, который мы имеем, да, а вовсе не достижение прошлого. И, на мой взгляд, фундаментальным моментом этого доклада является то, что, по сути, это был доклад о прошлом. Мы выпали из той реальности, из той экономической парадигмы, в которой находились в 2021 году, сейчас окончательно выпали, и говорить о том, как это работало тогда и какие результаты принесло, ну, уже сейчас просто по меньшей мере бессмысленно. Так же, как бессмысленно равняться и на уровне, и показатели того года, потому что
в ныне сложившихся обстоятельствах показатели и достижения, либо падения и ухудшения будут абсолютно иного порядка. Хотел поправить, доклад о прошлом или из прошлого? Доклад из прошлого о прошлом. То есть, о прошлом это и вполне естественно, потому что отчетный доклад правительства за 2021 год будет абсолютно бессмысленным. К этому вот моменту я хотел бы вот вернуться ближе к концу, а тем не менее я хотел бы вот в продолжении первому вопросу вот такую тему разбить. Вот глядите, минувший пандемийный год сложился для республики, как и в целом для страны, непростым. Но вот наш регион, судя по выступлениям основных докладчиков, продемонстрировал в минувшем году завидную динамику. Это я ссылаюсь на доклады. И по поводу жилья, и по росту индекса промышленного производства. Ну, вы улыбнулись, я знаю, что у вас это любимый показатель. И рост зарплат, сокращение безработицы, рост поголовья скота, успехов в других сферах. То есть много чего хорошего, доброго. Вот пример даже по словам главы республики Радия Хабирова, который предварял своим выступлением доклад премьер-министра, Башкортостан был признан по итогам 2021 года лучшим в стране по реализации, к примеру, промышленной политики. Вот как вы думаете, может быть, звезды все-таки к нам, к нашему региону были более благожелательны в 2021 году? Я с крайней степенью скептицизма отношусь вот к тем рейтингам, которые нам бесконечно являет Хабиров и его команда. Ну, ярким примером недостоверности всего этого рейтингования является история в Киргиз-Маяках, когда в день признания Башкирии лучшей практикой школьного питания в Киргиз-Маяках отравилось чуть ли не 100 детей в одной школе. Там, по-моему, уже 89 насчитали. То есть это говорит о том, что все вот эти рейтинги, они весьма сомнительного качества с точки зрения достоверности, по крайней мере, многие из них. И потому на них опираться, наверное, не стоит. Но существенно значительным, более важным, извините за тавтологию, фактором и аспектом является все-таки статистика. То есть, когда мы говорим, что там какая-то неведомая никому общественная или полуобщественная организация признала Радия Хабирова лучшим губернатором на планете, это просто чушь. Ничего не значащее. А вот когда мы видим соотношение некоторых цифр, статистических данных, тут мы можем что-то соотносить. По поводу того, что 2021 год у нас по многим показателям был лучше 2020, простите, а как оно еще могло быть? Потому что в 2020 году у нас пришел ковид, это тоже был ковидный год. И он, конечно же, самым жесточайшим образом обрушился на экономику Башкирии. В 2021 мы начали уже уметь жить с этим ковидом и выходить из него. Очень разные условия. То есть эффект низкого старта был абсолютно налицо, что 2020 год был еще хуже и по объективным причинам. Но некоторые статистические аспекты нам не позволяют говорить о тотальном росте и достижениях. Потому что есть абсолютные величины, а есть относительные величины. Вот, например, смертность. Главнейший показатель и задача, которую ставил Путин Хабирову, у нас довольно-таки высокая смертность и младенческая смертность очень высокая в Башкортостане. Так вот, смертность в 2021 году была выше, чем в 2020. В 2020 году мы имели 15 человек на 1000 населения, в 2021 мы имели 16,6. Существенно выше. То есть это вот абсолютная величина, абсолютная характеристика. А смертность, простите, это напрямую и косвенно результат работы правительства. Это и заболеваемость, это и травматизм на дорогах, это и промышленный травматизм и прочее. И в том числе преступность и так далее, и так далее. Все эти аспекты касаются работы правительства. Еще к цифрам. Например, есть абсолютные цифры, которые тоже не всегда свидетельствуют об успешности региона, либо о благостности в нем проживания. Например, обеспеченность качественной водой. 12%, 476 тысяч жителей Башкортостана не обеспечены качественной водой. Это много. Это даже не каждый десятый, это каждый восьмой. То есть говорить здесь... У вас география по районам есть? Есть. Где наиболее? Не с собой, да. Ну, есть. Ну, есть, так на память не помните? Нет, не помню точно. Есть и такая статистика. То есть вот к чему я все это веду? С другой стороны, существует еще, например, такая цифра в том же отчете прозвучала, что
Средняя обеспеченность жильем на душу населения в Башкортостане 28 квадратных метров. Это неплохо. То есть и звучит это вполне себе впечатляюще. Ну, понятно, что это средняя температура по больнице. Так вот, речь идет о том, что мы возвращаемся к вопросу о стилистике. Если бы мы критически относились к своей деятельности, имеется в виду к деятельности правительства, и если бы само правительство критически относилось к себе, и Хабиров к своей как бы команде относился правильно, критически и скептически, тогда бы возникали и некие противовесы в этом докладе. То есть, да, вот это сделано. Да, 28 квадратных метров на душу населения – это неплохо. Да, ввод жилья был практически рекордным. Но у нас есть еще и проблемы. Вот если бы это звучало так, вот тогда бы это было, по меньшей мере, конструктивно. А когда шла, абсолютно, на мой взгляд, очевидная манипуляция цифрами, например, было заявлено, что у нас рекордный уровень инвестиций, но за три последних года, за три года правления Хабирова, мы выводим за скобки тот факт, что за время правления Хамитова были уровни инвестиций выше. То есть суммарные инвестиции в год были выше, чем при Хабирове. Но, я считаю, что это манипуляция. То есть если мы выбираем именно тот отрезок, который нам выгоден для сравнения, и преподносим это как некие достижения, это такая, если хотите, демагогия. Кстати, вот вы упомянули такой достаточно модный, популярный в нашей республике последний год тренд – команда Хабирова. Помните, когда Радий Фарич только появился здесь в республике, он сказал, что у нас в республике не будет рахимовских, этих сарбаевских, хабировских, и тут же появилась команда Хабиров. Вот скажите, пожалуйста, правильная ли практика, когда регионом рулит какая-то команда, пусть даже команда Хабиров, скажем. Остальные, получается, не в команде, или команда – это такое некое дополнение, мы же не говорим «команда Путина». Был такой термин, кстати говоря. Хватило ума отказаться от этого. То есть руководить нами, рулить нами должны не командные какие-то, так сказать, организации, наверное. Речь идет на самом деле о клановости. Это достаточно распространенное в мире, особенно То есть само слово команда. Команда это всего лишь лицемерное название клана. Клан, семья, мафия и прочее. Очень много терминов есть для этого явления, но это замкнутое. Чаще всего преступное, иногда экономическое сообщество, преследующее единые цели, пользующееся общими инструментариями и возможностями, предоставляя преференции исключительно друг другу. То есть, исходя из логики, можно ли сказать, что если мы с вами не в команде, значит мы чужаки? Безусловно, Хабиров давно разделил людей, живущих в этой республике, на своих и чужих. Вот эти свои духовитые парни и все остальные – это чужие. Как вы уже упомянули, что инакомыслие нынче не в почете, но я бы даже развил эту тему. Оно порицаемо и по определению считается недопустимым вот этими командами. Да? Надо не забывать, что Хабиров вообще отец-основатель клановости в Башкирии. Именно при его работе в администрации Урахимова возникли вот эти кланы. Вы имеете в виду ситуацию начала 2000-х? Конечно, да. И он плоть от плоти, эта система, он никогда из нее не выходил. Это абсолютное вранье и лицемерие. Если он заявляет, что мы прекращаем пользоваться вот этой конструкцией кланов, группировок и прочих вещей, либо он просто выдает желаемое за действительное, но его модус операнди – это клан. То есть он создает вокруг себя сплоченную, очень верную команду людей. То есть недаром, по-моему, я эту формулировку запустил года три назад, о том, что набрали верных, а спрашивают, как с умных. То есть само здесь понятие команды исключает присутствие чисто всех интеллектуалов, патриотов. То есть в первую очередь она исключает присутствие профессионалов. Вот это самое главное. То есть патриотизм и интеллект – это вещи достаточно относительные, а вот профессионализм – это абсолютная вещь. И вход в эту команду определяет верность, а не профессиональность.
И вот в этом месте зарыта собака, и здесь зарыта мина, и как угодно это все называйте. Потому что именно это и подводит в плане эффективности. То есть, принимая в эту группировку, в эту команду, в эту семью людей по признаку верности, там, родства или еще каких-то другим признакам, не связанным с профессионализмом, они заведомо обрекают себя на провал. Вот история с Киреевым, Беляевым, Кучербаевым и ряде других выдающихся политических деятелей времен Радия Хабирова нам подтверждают, что люди, принятые в эту команду и введенные в руководство республики по принципу, ну, в одном случае дружеских отношений, в другом случае там партнерских отношений и прочее, прочее, эти люди подвели Хабирова, подвели республику, ну, в конце концов, некоторые из них уже сейчас на скамье подсудимых, иных ищет полиция. Но другим участие в команде сослужило добрую службу, скажем. Опять же, вспомнили Киреева, он же ведь, помните, в начале своего руководящего, скажем, отрезка жизни, он тут наломал дров достаточно. Так, ну, я про это и говорю, что Пустовалов. Пустовалов, провал абсолютно. Ну, то есть, во-первых, у Хабирова сложно найти кадровый триумф, а вот кадровых провалов-то, они, как говорится, каждый первый. По поводу вот успехов, кадровых успехов, ну, единственным кадровым успехом по-настоящему Хабирова можно считать Забелина, кстати говоря, как ни странно. Потому что это на самом деле большая удача для Хабирова, что у него есть Забелин. То есть, по ряду то есть причин, вы одобряете его назначение на минувшей неделе руководителем администрации? В определенном смысле, да. То есть тут, к сожалению, Хабиров нас приучил к худшим альтернативам. И когда мы насмотрелись на его духовитых соратников, всяких Абдрахмановых и прочих, да? Мурзагуловых до этого. То есть, и вот эти духовитые соратники, они, простите, вызывают ужас. То есть, когда мы видим цивилизованного, образованного, взвешенного, спокойного Забелина, мы выдыхаем и понимаем, что ну, нас как бы пронесло в этот раз, да? В хорошем смысле слова, в том плане, что если ну, бы... Может быть, даже выводы пока а если бы главой администрации стал Бадранов, ну, вы понимаете, да, что бы происходило в этой сфере, по крайней мере... Ну, мы же не знаем, на что он способен, а вдруг бы в нем проснулось второе дыхание. Мы знаем, на что он способен, те, кто были на Куштау или внимательно следил за этими событиями, мы знаем, на что способны духовитые соратники Хабирова. Но тут еще раз повторюсь, когда он ставит нас в условиях выбора между очень плохим и средним, ну, средний выбор кажется великолепным. Андрей, у нас разговор как-то невольно сполз с темы на какие-то персонали, хотя, в принципе, и о них бы интересно посудачить с вами, но тем не менее, вот вернемся все-таки к отчету правительства, который на минувшей неделе, в среду, прозвучал в стенах башкирского парламента. Вот, кстати, вы высказали свою позицию, и вы не одиноки в критическом осмыслении вот, отчета правительства. Вот так, к примеру, экономист Всеволод Спивак отметил падение реальной средней зарплаты и существенное отставание от среднероссийских показателей по динамике реальных доходов населения. А вот его коллега Рустем Шаяхметов, тоже экономист, полагает, что по качеству госуправления Башкортостан является середнячком. Вот почему тогда после правительственного отчета не звучат в официальных государственных СМИ и такие нелицеприятные оценки? Потому что вот уже неделя прошла с отчета, но газета до сих пор содержит бравурные отчеты. Ну, начнем с средних реальных доходов, да, которые по сути упали. Однако в отчете прозвучал рост доходов населения, и средняя цифра выведена 41 662 рубля зарплаты в среднем по республике. То есть это та самая средняя температура по больнице, и высчитан этот показатель был очень странным, но, на мой взгляд, примитивным. То есть Пивак прав? Конечно, прав. Дело в том, что, я говорю, это вопрос подсчетов, как считать. Вот если взять общую сумму НДФЛ, по республике Башкортостан, по данным налоговой службы, разделить на общее количество работающих, по данным Министерства труда и социальной защиты. И вот мы получим среднюю зарплату. Ведь в этот статистический отчет, вот в эту цифру не вошли те, кто работают в серую.
в черную, без оформления, кто работает за 15, за 12 тысяч и меньшие суммы где-нибудь там вот на овощных базах, которых вот люди не оформляют и так далее, да? По определенным причинам, понятно, что это. И, то есть, это средняя температура по больнице, по данным тех, кто отчитывается вот по этим двум показателям, НДФЛ и численность работников. То же самое, что с безработицей. Когда нам бравурно заявляют, что у нас был вот в 21-м, к концу 21-го года самый низкий исторический уровень безработицы в Башкирии, ну, пускай они расскажут это жителям Агидели или тем, у кого, ну, там, люди городами, поселками уезжают работать на вахту и прочее-прочее. Как замечательно с вакансиями у нас в Башкирии. Линара Хакимовна Иванова рассказывает нам, например, такую вещь, в том числе в этом отчете прозвучало, что на каждого безработного в Башкирии две вакансии. Тем самым они косвенно и очень даже таки элегантно обвиняют самих безработных. Им говорят: ребята, у вас две вакансии на человека, вы бездельники, вы не хотите работать. Они умолчали элегантно, что такое вакансии Ивановой, это зарплаты на грани минимальной заработной платы, это условия труда, на которые не идет ни один здравомыслящий человек и прочее, прочее, прочее. Вот глядите, объясните это да мне, вот этот парадокс. Вот вы говорите свою точку зрения, Спивак сказал, Шейхметов добавил свое. Тем не менее, вот эти голоса, они не звучат ни по радио, ни по телевидению, не отражается, скажем, в информационных ресурсах, в газетах. Что вы за этим видите? Во-первых, а во-вторых, ведь когда бы, скажем, вот эти доводы прозвучали бы вслед докладчикам, наверняка это было бы, скажем, поступательное движение. То есть, когда ты слышишь критику, ты стараешься наверняка в чем-то исправиться. Или не так это у нас в Башкортостане заведено сегодня? Вы изложили идеальную картину, так как оно должно быть. Да? И как говорил мой знакомый, а сейчас я дам трубку нашему бухгалтеру, он объяснит вам, как все будет на самом деле. Так вот, на самом деле сейчас нет абсолютно никакого запроса на объективность. Мы живем в достаточно таком искаженном мире. И вот до недавнего времени, пока не случились вот известные события на Украине, мы наблюдали некий процесс деградации самовосприятия власти. Дело в том, что ну, власть, которая находится у руля страной уже 22 года, она либо должна показать свою эффективность, либо должна начать интенсивно врать. То есть третьего не дано. Нет, Андрей, я с вами не согласен. Подобная ситуация у нас была и 2 года назад, и 3 года назад. Так вот, республика – это зеркало российской ситуации. И мы наблюдаем вот это вот угасание критического подхода. На федеральном уровне звучат трезвые, нормальные, вдумчивые голоса экономистов. Там есть. Нет. Есть. Ни одного. Но на федеральных каналах нет. Нет, вот в эти дни, конечно, да, в эти дни идет совершенно другая продукция. И последние годы нет. Последние годы нет тоже. В том-то и дело, мы утверждаем абсолютно утопические, ложные, иной раз мракобесные какие-то концепции. Например, импортозамещение, которым мы сейчас бегаем все как курица с яйцом. Как выяснилось, за последние 8 лет почему-то этот отсчет берется, мы совсем не импортозаместились от слова вообще. И прочее, прочее. То есть концепции, экономические концепции, которые мы видим на федеральном уровне, они однозначно здесь у нас в Башкирии. Вот с точки зрения идей, с точки зрения проектов и с точки зрения путей реализации, сейчас регионы – это абсолютное отражение федерального центра. Это, увы, так. Потому что, по ряду причин. В первую очередь, финансовых. То есть только те проекты, которые задаются по сетке федеральных национальных проектов, реализуются в регионах. А вы не исключаете, что есть еще и такая болезнь, местечковое преломление очевидных вещей? А вот наша башкирская самость, она еще и накладывается на весь этот бред, который мы имеем. Давайте об этой самости все-таки поговорим. Самость наша, к сожалению, носит характер азиатский. Особенно... Азиаты. В исполнении дорогого Ради Фаритовича мы видим здесь абсолютный расцвет вот этого байства и бабайства, хотя он нам обещал, что этого не будет.
Однако, пообещав это, он тут же все это начал реализовывать. Ну, обещать не значит жениться, конечно. Безусловно, да. Ради Фаритович не выполнил своего обещания. Давайте все-таки вернемся на грешную нашу башкирскую землю. Вот еще один фрагмент из выступления премьер-министра Андрея Назарова, теперь уже, который выступал уже после главы. Вот консолидированный бюджет республики за минувший год поступило 290 миллиардов рублей. Ну, рост предыдущим периодом составил где-то 11%, из которых более трети финансовая помощь федерального бюджета. Цифра, кстати, немалая, это 87 миллиардов рублей. Означает ли это, что нам, как реально, как вот заверил докладчик, добиться установленной планки, это создание самого комфортного региона для жизни? Ну, это прозвучало, это я привожу цитату. Нет, ну, это из того же разряда «обещать не значит жениться», произносить красивые фразы, лозунги и призывы не значит их исполнять. То есть, ну а вдруг? Что значит вдруг? В этой сфере не бывает вдруг. Ну ведь сказано с высокой трибуны. Сказано, да. А сказано и сделано — это очень разные вещи. Давайте, во-первых, еще раз начнем, вернее продолжим тем, с чего мы начали. Все то, что было сказано относительно 2021 года, достижения, перспективы, тренды и прочее, прочее, можно забыть навсегда в 2022 году. То есть, если даже предположить, что в 2021 году были все предпосылки для достижения каких-то результатов в 2022, то эти предпосылки сейчас полностью перечеркнуты украинскими событиями. То есть у нас поставлен под вопрос вообще существование, например, нефтехимического бизнеса, а в Башкирии более чем много нефтехимических предприятий. У нас поставлен под вопрос добыча нефти и газа, потому что мы технологически не тянем этот вопрос. То есть мы попали в абсолютно иные реалии, нежели 2021 год. Да, было приятно послушать, и с тем, кто верует, было, наверное, приятно услышать то, что было сказано в этом докладе. Но еще раз, он ничего общего не имеет с тем, что будет в 2022 году. То есть, то, что прозвучало, это лишь прозвучало? Ну, в данном случае, да. То есть, безусловно, благие намерения, это очень, наверное, хорошо, хотя некоторые считают, что имя «Дорога в ад» выстелено, но в том смысле, чтобы устраивать самый комфортный регион, ну, если в концепции Ради Фаритовича, это просто разбить много-много маленьких скверов. Он так просто воспринимает комфорт. Ну, слава богу, теперь Сараповой нет. Да, ну, Сараповой нет, но есть Ради Фаритович, который все равно верует в то, что сквер делает... То есть, вы хотите сказать, что дело Сараповой живет и побеждает? Нет, я хочу сказать, что Сараповой была фаворитом самого Хабирова. А это отражение его представления о комфорте в городе. Иначе бы ее не было. То есть вот все эти Гагины с их завиральными идеями на тему там построить в последнем сквере какой-нибудь комплекс по современному искусству, вот это вот прямое противоречие концепции Хабирова. А что вы исключаете, что такой центр не может появиться? Ну, я приложу все усилия, чтобы он в этом месте не появился. Он должен находиться где-нибудь в Затоне, в Инорсе, который нуждается в подобных, значит, делах. А здесь в Уфе, в центре Уфы, у нас уже есть, например, квадрат, этого достаточно. Понятно. Вот если уже от общих цифр и глобальных цифр в чем-то и благих помыслов на день завтрашний, если перейти конкретно вот тем, кто реально воплощает эти дела, а именно к министерствам и ведомствам. Вот если оценивать работу вот этих отдельных структур, какие бы из них вы отнесли не то что к середнячкам, а к потенциальным двоечникам? И если есть таковые, то почему? Опять-таки, в современных сложившихся сейчас обстоятельствах угрозы очень сильно изменились. То есть, если, например, вот возьмем, например, Министерство сельского хозяйства, которое сейчас в фокусе, во внимании находится, вторую оперативку подряд, значит, Хабиров очень большое внимание, посевная на носу и так далее. Ситуация изменилась. То есть, если бы 2022 год не был тем, чем он стал 24 февраля этого года, то, наверное, у сельского хозяйства Республики Башкортостан все было бы худо-бедно ничего. Опускаем и выводим за скобки процессы, которые не связаны с сельским хозяйством, я имею в виду всякие манипуляции со всевозможными
субсидиями и прочими вещами, увлеченность нашего министра лизинговыми процессами и прочие вещи. В целом сельское хозяйство у нас существует и развивалось до последнего момента. То есть Башкирия аграрная территория, растет поголовье скота. Да, аграрная территория, ну и это как бы это, во-первых, правильно, а во-вторых, как бы закономерно. Потому что ну, какой-никакой технологический прогресс происходит и в этой сфере тоже. И если бы, например, поголовье скота стало уменьшаться, то ну, было бы странно. Оно должно расти, вопрос только какими темпами. И на дое, и удое, и рожь колосится. Но вот вмешались вот эти события, и теперь мы получаем очень серьезные и совершенно неведомые нам до сих пор угрозы в области сельского хозяйства. Например, мы с удивлением обнаруживаем, что, оказывается, инкубаторского яйца в Российской Федерации не производится. От слова вообще. Совсем ноль. То есть, чтобы получать бройлерную курицу, а курятина является важнейшим и основным источником животного белка для самых беднейших слоев населения, чтобы получать эту бройлерную курицу, нам нужно привозить яйцо из Венгрии, Чехии, Франции, Канады, США и еще некоторых недружественных нам теперь стран. Привозить. Андрей, ну вот мы опять... Мы говорим о том, что угрозы поменялись. Мы опять за пределы... Давайте мы все-таки оценим работу все-таки ведомства. Так если вот, бы, скажем, я не оцениваю... было, как вы говорите, известных событий, то как бы вы оценили работу Минсельхоза за 21 год? Я оцениваю работу Минсельхоза за 21 год, 20, 19 и 18, как работу не в том направлении, в котором нужно ее работать. Вместо того, чтобы увлекаться поставками растительного масла в разные страны, где хорошо за это платят, значит, министр сельского хозяйства должен был заниматься сбалансированным распределением производства всех культур на территории Башкирии. Например, или он увлекся бы, например, импортозамещением вот этого инкубационного яйца. Он бы давно имел на груди орден какой-нибудь, может быть, даже федеральный. Однако он увлекался экспортом растительного масла и вывозом там, сахарного песка. Тем не менее, оцениваю это, я негативно и плохо. Тем не менее, этот человек возглавляет, чиновник возглавляет такое ведомство, и тем не менее, Ипташ Федорахманов на хорошем счету у руководства республики. Вот как вы объясните такой парадокс? Ну, объясняю я это субъективными подходами со стороны Хабирова. Но если он ему нравится, ему нравился, ему и Абдрахимов, Абдрахманов нравится, вот этот духовитый из Ишимбая. То есть персонажи, которые ничего кроме отвращения и тревоги, не вызывающие у нормальных людей, нравится Хабирову. Словом, что мы можем, как мы можем это характеризовать? Это странный вкус. Словом, по сельскому хозяйству у вас должного оптимизма, я слышу, нет. Это как у Ильфа Петрова, Инда в запреле озимые, понюхал старик Амуальдыч свою портянку и аж заколдобился. Ну, у меня есть осторожное беспокойство на тему сельского хозяйства. То есть, есть несколько ключевых и фундаментальных вещей. У нас все неплохо будет с удобрениями, к счастью. Ну, то есть, худо-бедно вытянут они это все. У нас будет топливо для посевной. Техника? Техника у нас уже есть, и она этот сезон проработает. Но есть масса вопросов по поводу семян, которых сильно не хватает. И не факт, что Федорахманов их сможет привезти. Значит, они у нас все импортные оказались. Как стратегические позиции будут поживать сахар, зерно? Нас никто не спросит. Когда Федорахманов нам рассказывает о том, что мы готовы вот в этом сезоне заготовить трехгодовой запас сахара, это не значит, что это трехгодовой запас сахара. Во-первых, попадает в резервы здесь, в Башкирии. А во-вторых, он вообще принадлежит не Федорахманову, а частным владельцам. Это раз. А в-третьих, в случае чего, что помешает нашему любимому государству перераспределить этот сахар в другие места? К нам этот результат не имеет никакого отношения. Хорошо, хорошо, понятно. Помимо Минсельхоза у вас есть какие-то еще министерства и ведомства, которые у вас вызывают, так скажем, какой-то взгляд с прищуром? Ну, есть некая категория министерств и ведомств у нас в нашей системе управления в Башкирии, которые, ну, на мой взгляд, являются ведомствами трутнями, и их, например, исчезновение, ну, буквальное исчезновение, практически не вызвало бы никаких изменений в жизни республики. Ну, к
таковым, например, я отношу Министерство труда и социальной защиты. Казалось бы, это очень важная функция, она необходима. То есть контроль за трудовыми ресурсами, это обеспечение занятости населения, это социальная защита малоимущих и попавших в трудные жизненные ситуации. Но то, что происходит в ведомстве мадам Ивановой, конечно, это за гранью нормальности. И вот это ведомство, да, то есть огромные ресурсы, как ни странно, казалось бы, вроде как ведомство-то бедненькое должно быть. Нет, на самом деле за фасадами этой скромности и бедности находятся гигантские ресурсы, которые распределяются не пойми куда. Создаются какие-то программки, подпрограммки, какая-то непонятная возня по поводу распределения каких-то премий, грантов и вспомоществований неимущим. И гигантские деньги просто растворяются, не принося никакого результата. То есть подтверждением этому является любой доклад Ивановой на заседаниях правительства. То есть если внимательно вслушиваться в то, что она рассказывает, а потом соотнести это с тем, сколько это стоило государству, вот буквально из казны, становится или смешно, или противно. Загибаем пальцы. Минздрав, Минэкономики, госкомитеты. Есть, конечно, потешные ведомства. Это, например, Госкомитет по туризму. То есть за все эти годы, которые я наблюдаю или участвую в государственном управлении, был и такой период в моей жизни, я с какой-то иногда со смехом, иногда с раздражением наблюдал все эти ведомства, они по-разному, они менялись названиями, ныне комитет по туризму. Ничего не изменилось. За многие-многие годы деньги без конца уходили. Они живут небогато. Как говорится, живем небогато, нечего и начинать. Но существенные денежные средства, я с этой точки зрения рассуждаю, просто ежегодно уходят в песок вот этого чиновничьего аппарата. Он не очень большой. Госкомитет по предпринимательству. Госкомитет по предпринимательству и так далее. То есть это там наследие Бойцовой, кажется, уже потихонечку начинает забываться. Это все имитационная деятельность, которая... Иногда она просто обязательно должна быть. То есть, если сейчас Хабиров, например, объявит о упражнении ведомства комитета по туризму, например, или по поддержке предпринимательства, это же будет скандал. То есть, у нас просто как структурно положено, чтобы оно было, и все. А уж как там с туризмом получится, это как пойдет. Да? То есть, абсолютное большинство из этой категории ведомств, они всегда занимались только имитацией. То есть, фактически создавали отчеты, приводили какой-нибудь один яркий пример. Подождите, Андрей, у вас вот есть какое-то министерство или ведомство, работы которого вы, в принципе, довольны, или, скажем так, можете где-то на стороне далеко от нашей республики похвастаться? Относительно друг друга, да. То есть безупречно работающих ведомств не существует, в принципе, в природе. Минздрав же достойно сработал? Минздрав сработал лучше многих, показав некую резистивность к этим вызовам и к тем проблемам, которые возникали, безусловно, проявились все фундаментальные проблемы, врачи которые молодцы, нужно решать. Госпитали построили, ковидные. Если не разговаривать лозунгами, то да. Значит, во-первых, были предприняты оперативные и достаточно эффективные меры, то есть не превознося до небес вот эти события. Ровно настолько, насколько это возможно в принципе в России, учитывая механизмы, как это работает. Да? То есть, на мой взгляд, было чудом строительство первого госпиталя, с точки зрения финансирования. Потому что я знаю, как это работает, как найти 4 миллиарда в бюджете. Даже если они там есть, как их получить? Это очень небыстрая история, на самом деле. Тут надо отдать должное тем, кто реализовал этот проект, он получился эффективным. Но ковидный госпиталь и Минздрав – это не совсем одно и то же. Надо полагать, что это немножко разные. Да. То есть нельзя сказать, что медицина в Башкирии находится в критическом положении, но, безусловно, есть к чему стремиться. Понятно. Я уж за Министерство жилищно-коммунального хозяйства и спрашивать боюсь, потому что я знаю, что Алан Викторович Морзаев – это ваш любимый персонаж в ваших обзорах. На самом деле, тут бояться спрашивать не надо про ЖКХ. Я недавно только об этом размышлял и беседовал с компетентными людьми на эту тему. На самом деле, ситуация с ЖКХ… Как ни странно.
Нет, как это не странно, это на самом деле совершенно объективно. Я думаю, это похвалить. Это безвыходная ситуация. Как кем бы ни был министр, ну, за исключением, если бы только он был каким-нибудь там магом или волшебником, да, то есть ситуация в ЖКХ у нас определяется тем состоянием, которое пришло это ЖКХ за последние 32 года, например. Да? Потому что вот полное отсутствие возобновления инфраструктуры, почти полное, приводит к такому вот уровню, когда вот история с Белорецким водоводом вот последний раз, да, когда там лопнула труба большого диаметра, там Андрей Иванюта таким образом охарактеризовал глава ситуацию. Глава администрации, да, города. Да, глава Белорецкой нынешней, он охарактеризовал так. А он сказал, там трубы нету. Там мы, говорит, раскопали, а от нее только следы ржавчины вот в глине. И не к чему приваривать. То есть и меняли там какой-то довольно большой промежуток этой трубы, и вода вообще текла в земле, по сути. То есть вот это истинное состояние жилищно-коммунального хозяйства по всей стране, и Башкирии, и Уфа не исключение. Потому эта сфера и это министерство, возвращаемся к министерству, вынуждены заниматься только поддержанием штанов. То есть чтобы они совсем не упали и вот не случилось страшное. То есть вот ЖКХ как раз та отрасль в экономике России и Башкирии, которая требует ну, просто какого-то пристального внимания и вмешательства крупных финансовых потоков. То есть вместо того, чтобы угрохать 10 миллиардов американских денег на деятельность на Украине, можно было эти 10 миллиардов вот вы говорите о том, в первую очередь, конечно, о деньгах. Деньги, бюджет. Ну, вот я отчет правительства – это отчет о деятельности в области основного экономики. Понятно, но глядите, вот я вспоминаю прежние годы, даже захватывающий советский период, когда заканчивался очередной отопительный сезон, уже тогда жилищные структуры начинали делать анализ прошедшего отопительного сезона и начинали верстать, составлять планы подготовки к будущему отопительному сезону. Так и должно быть. Но я вот наблюдаю, эта работа в последние 2-3 года, по-моему, даже и не ведется. То есть нету никакой никакого изучения ситуации. И вот вы когда говорили про Белорецк, о том, что там, в принципе, и трубы-то не было, мы рискуем оказаться в такой же ситуации не только в Белорецке, и в других городах. Нет, мы не просто рискуем оказаться, мы в ней обязательно окажемся. Вот тут, к сожалению, уже такая ситуация. То есть уровень и состояние жилищно-коммунального хозяйства сейчас в подавляющих количестве домов и районов и городов таков, что мы обязательно... Ведь для этого не нужны деньги, для этого нужен толковый министр, толковые замы и толковые жилищные структуры на местах. Для анализа ситуации, конечно же, нужны мозги, это понятно. Ну, мозги и желание. Нет, желание и некоторое количество инструментов все-таки. Сбор и анализ информации – это не просто понимание там, какого-то текста или какой-то таблицы, это в первую очередь грамотный и внятный инструментарий по сбору этой информации. То есть, если вы собираете информацию по телефону, обзывая невые глав, то вечером вы получите картинку такую, что у нас все хорошо и даже лучше, чем раньше. А почему собирать информацию? Скажите, а почему нужно собирать информацию? Почему это не вписано в обязанности нижестоящих структур докладывать по завершению очередного? Эта обязанность существует структурно, конечно, существует. То есть, вопрос только в том, что нужно осознавать, например, если мы уж совсем вот в такие детали ушли, да, то есть вот условно говоря... А из таких деталей состоит жизнь? Да, человек, который руководит, скажем, жилищно-коммунальным хозяйством города Уфы, должен понимать, в каком районе инфраструктура находится в самом максимально критическом состоянии. То есть куда нужно сейчас направлять в первую очередь все ресурсы. А для этого нужно анализ. Да нет, вообще, что из себя представляет, это сегодняшнее хозяйство его. Ну да. Инженерная коммуникация, состояние... Определенное понимание есть. Теплотрасс. Вопрос только в том, что если, например, это понимание будет объективным образом доложено или там публично заявлено, ну тогда придется объявлять чрезвычайную ситуацию, например, на территории. То есть если будет дана полная картина того, что на самом деле происходит в этой сфере, то будет впору за голову схватиться и начинать, значит, то есть мы опять переходим спасение. Закольцовываем ту же самую тему, опять которую... Опять не хотят говорить. То есть время от времени... У нас не принято давать объективную, честную аналитику. Время от времени. У горячего кровью
Алана Викторовича. Выскакивает какая-то правда. Время от времени он ее заявляет. Да, я вот очень, да дело не в Мирзаеве. С большим уважением отношусь к этой его манере. Андрей, дело не в Мирзаеве. Дело вообще в системе, но, которая... Но система вот в целом заточена на сдерживание ситуации, на сдерживание информации, на сдерживание объективных оценок, потому что для них это невыгодно. Возвращаясь к самому началу разговора, я объясню почему. Потому что власть, которая сидит 22 года на одном месте, не может признать своей неуспешности. Власть. Потому что сразу же возникает, Андрей, вопрос, что вы делали 22 Андрей, года? Я не патриот, не такой уж сильный патриот, ярый махровый, но тем не менее, те события и 22 года не имеют ровно никакого отношения к истории с улицы Комсомольской в Уфе, наследие Грекова. Мы не знаем. Ну, мы не знаем, приняты ли работы. Как мы войдем в этот год на эту улицу Комсомольской, где недоделок масса, а вот... Приняты ли работы от Латыпова Марата, это вот Дорстонастроев? Пользуясь случаем, как говорят у нас на Первом канале, обращаюсь к прокурору республики. Нельзя ли выяснить, вот сейчас доподлинно, приняты ли работы у господина Латыпова, приняты ли они в полной мере, оплачены ли они? И нет ли там каких-то существенных нарушений при осуществлении государственного контракта? И сколько денег уже ушло? Да. Сколько денег мы примерно представляем? Ну, просто это важнейший вопрос. Приняты работы или нет? А если не приняты, то там просрочены все сроки. И вам, как прокурору республики, необходимо... Нет, ну мы просто рискуем с этой улицы Комсомольской войти уже, скажем, в топ федеральных новостей. Нет, мы рискуем... Вот сейчас опять та же история, наша сегодняшняя любимая. Мы опять голову в песок и молчим. Никакой информации. То есть вот надо обратиться, ну, в первую очередь, там, в Госкомитет по дорожному строительству. Надо обратиться в мэрию Уфы, задать вопрос. Принята работа? Принята. Кто подписал? Можно посмотреть? Это же не секретно, это же не ядерная база, не ракетный полигон, это улица. Крупнейшая улица города Уфы. На этой улице производилась сложнейшая, по их мнению, реконструкция. Но ситуация еще выстрелит в этом году. Я все. Очень надеюсь, что будет выведен на чистую воду вот эта вся и компания, которая это все строила. И ситуация, здесь же конгломерат между подрядчиком и заказчиком. Ну, Андрей, я знаю ситуацию с Маратом Латыповым, который, кстати, у него фирма зарегистрирована в офшоре. Mm. Он дружил со всеми нашими властями в республике. И с Хамитовым, и у Рахима он был в любимчиках, то есть ему всегда доставались жирные куски. Ради бога, но так контракт должен быть исполнен. Более того, он сейчас, например, руководит у нас ассоциацией застройщиков. Да. То есть человек очень доверенный, почетная функция, важная функция, ну, по крайней мере, в трактовке наших властей. Тем более этот человек должен быть ответственным. Как он подведет сейчас вот так? Хорошо, вот видите, вот когда вот вспоминали вот эти вот все эти случаи, и ту же улицу Комсомольскую, мне вспомнился Владимир Ильич Ленин. Я его часто люблю цитировать и вспоминаю, потому что я все-таки учился в советское время диалектический материализм, исторический материализм, и все эти партийные документы для нас были как отче наш. И вот у Ленина социализм – это контроль и учет, это известная фраза. Так вот, неожиданный поворот к теме я вам предлагаю. У нас в республике, помимо региональных министерств, которых мы уже так прошлись, насколько есть немало контролирующих ведомств. Немало. Вот, к примеру, Роспотребнадзор достаточно известный, потому что руководитель Анна Козак часто выступает в СМИ и на всевозможных правительственных заседаниях, но есть и другие у нас структуры, вот такие как Росздравнадзор по Республике Башкортостан, который рулит некая госпожа, дай бог памяти, Гашимова. Неизвестная вообще широкой публике, чем она занимается. Знаю, что у нее офис в центре, в престижном центре Уфы. Вот, между тем, ситуация в сфере медицины уделялась достаточно много внимания в отчете правительства. А про Росздравнадзор, скажем, ее вклад в ситуацию, ни слова. Или вот возьмем, к примеру, Росприроднадзор. Перезревшая тема санации уфимского химпрома была весьма актуальна для Башкортостана даже федеральной повестки в минувшем отчетном году. Или вспомним того же Шагимуратова, контрольно-счетная палата, ведомство которого скрыло в 2021 году нарушение на общую сумму свыше 50 миллиардов рублей. Вот уместно ли было, вот на ваш взгляд, это мой вопрос, уместно ли было, вот на ваш взгляд, включение, вот мнение вот этих
этих контролирующих структур в общегодовой правительственный отчет для полноты картины? Или такие оценки, они смазали бы общий позитивный настрой доклада? Так вот, мы опять вернулись к стилистике. Да, конечно бы они смазали. Вот эта вот деятельность Константина Аниловича Шагимуратова по поводу выявления 50 миллиардов злоупотреблений или нецелевого использования денежных средств бюджета, эта цифра поразила даже Хабирова. Несмотря на то, что Шагимуратов ближайший друг, в прямом смысле, Хабирова, он его ученик, он не терял с ним связи все эти тяжелые годы, когда он был здесь в политическом подполье. И несмотря на это, даже Шагимуратов смог его поразить вот этой цифрой. Хабиров поспешно заявил, что 50 миллиардов – это не украденные деньги, это в том числе там, неправильно израсходованные там, или как-то с нарушениями и так далее. Цифры ошеломляют. Они не могут их широко выводить и вводить их, например, в число вот этого отчета, ну, в текст этого отчета, потому что, ну как, это ж позор. Когда четверть, практически четверть там, или пятая часть бюджета – это расходы, связанные со злоупотреблениями либо нарушениями. Это очень много. То есть мы опять говорим о том, о недопустимой стилистике, которую они себе позволить не могут. Ну хорошо, себя хорошо. Нельзя. Пусть они не вошли бы в доклад, но тем не менее вот об открытии, скажем, Шагимуратом вот этой суммы были лишь небольшие скупые сообщения информационные и все. Никакой аналитики, никакого изложения. А вот я вспоминаю историю создания вообще первой структуры Бобылева. Она называлась, по-моему, Комитет народного... Нет. И что-то с контролем такое было. Да, да, да. Так вот, Петр Миронович, вспомнил имя и отчество. Петр Миронович имел такую традицию. Он собирал журналистов. Чуть ли не раз в месяц и рассказывал, где, что они скрыли, кого, как наказали. Деятельность господина Шагимуратова носит абсолютно, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, имитационный, избирательный характер. Вообще этот орган, конечно, потом, может быть, когда-нибудь выяснится, как это все работало. Я очень хорошо знаю Константина Ниловича, прекрасно понимаю, на что он способен. Это же не частная лавочка Шагимуратова. По сути, это теперь так. Но это же филиал федеральной структуры. Да, вот они, к сожалению, вынуждены имитировать работу и время от времени докладывать Кудрину о том, что здесь происходит. Но это была важнейшая задача для Хабирова в момент его прихода поставить на этот пост абсолютно полностью в доску своего человека. Иначе бы ничего не получилось у них. Вот у их вот этой команды, духовитых ребят, просто бы ничего не получилось, вот то, что они делают. Теперь получается, Константин не учится на своем месте. А не исключаете, что, в принципе, контрольно-счетная палата на сегодняшний день исполняет функцию государевого ока? Исключаю. То есть это, нет, государевого ока имеет не московского, это дублирование, а местного. Дублирование функций, конечно же, нет. У Хабирова есть для этого инструмент под названием контрольно-ревизионное управление. Да, вот оно и носит как раз характер этого. Он на ВТСах этого. Часто кому-то обращается, говорит, возьмите на контроль. Какому-то секретному физику, который где-то там невидимо сидит, значит, он обращается, да. Вот это контрольно-ревизионное управление, оно как раз-таки носит характер вот этой вот опричнины по части, значит, управления неуправляемыми подчиненными. Нет. А Шагимуратов – это операция прикрытия. Хорошо. Это крыша. Я упомянул Росздравнадзор под руководством Гашимова. Вы что-то первый раз о таком ведомстве слышу. Есть. Вот честно. Не, я верю. Там, я знаю. Там есть руководитель Гашимова, да, там есть сотрудники, которые наверняка получают немалую хорошую зарплату. Типичный случай, типичный пример дублирования функций. У нас это, к сожалению, принимает массовый характер. Почти все функции в государственном управлении продублированы федеральными органами, региональными органами и так далее, и так далее. Например, площадь Российской Федерации в отношении площади Советского Союза существенно уменьшилась, с распадом Советского Союза, а вот численность управленческого аппарата существенно увеличилась. И Башкирия здесь не исключение. Мы видим только рост количества чиновников от раза к разу. Довольно забавно это выглядит на фоне того, что каждый год сообщают о сокращении. То есть мы вынуждены смириться, наверное, с тем, что у нас были, есть и будут такие мутные структуры, как Росздравнадзор, Росприроднадзор, которые в принципе ничего не делают, но сидят. Трудно оценивать объективно их деятельность, но то, что они
Но они же из наших людей, они же, степени, должны, они же должны на, работать на республику. В большей степени они имитируют и дублируют функции, то да. Я, честно говоря, просто расстроился, когда вот в отчетном докладе правительства не прозвучала, скажем, вот эта информация, фактура, которая пришла бы другими ногами, не напуганными бессловесными чиновниками республиканских ведомств министерств. Завершая эту тему, хотелось бы вот вообще высказать хотя бы надежду на то, что если уж они нам не дают объективной картины, то они хотя бы ею владеют сами. Потому что если власть не владеет, у многих стран и во многие времена, а вот если власть не знает, это уже катастрофа. Вот вы сказали, завершая, вот я под завершение приготовил другой вопрос, о котором сказал, что мы еще вернемся, закрываем эту тему. Так вот, я под занавес нашего разговора, у нас осталось еще минутки 3-4 эфира, я хотел бы вас спросить вот так вот. Вот по большому счету, по вашему мнению, отчет за 2021 год – это озвучка сделанного за прошедший период или же все-таки некий курс на перспективу? Вот как бы вы сами оценили? Это такая очень сложная смесь того, что сделано, того, что не сделано, но кажется, что сделано, того, что не сделано, но мы обещаем сделать, и того, что мы обещаем, но никогда не сделаем. Ну, как-то так. Ну, то есть, это на самом деле не монолитная совершенно конструкция. То есть, у вас сейчас прозвучало как вот ответ классического чиновника башкирского. Ну что же. Он примерно вот так вот я нас успокаивает. Я состою в кадровом резерве. А, вот так, да? Ну хорошо, тогда уж самый последний такой небольшой вопрос. Вот сами вы, ну, знали, конечно, кто представит отчет правительства. Вы по стилистике, по содержанию каким ожидали? Да таким, каким он был, таким и ожидали. То есть иллюзий не, абсолютно не испытывали никаких, да? Абсолютно. И поэтому никаких разочарований вы после этого... Совершенно закономерные события, абсолютно. И по форме, и по содержанию. Ну а как же нам, грешным, вот теперь вот, вот с вашим резюме жить? Жить своим умом, в первую очередь, нужно. То есть понимая, насколько это все, насколько это недостоверно, насколько это достоверно, насколько это вообще нам нужно. Но только так. Грустно это все, грустно.